Привет, друзья, с вами дядька Демоноид. Решил этот видосик записать. Хочу перезапускать аквариум свой. Аквариум у меня уже лет 10, мне кажется. Ну, можно уточнить. Есть видео, когда я, наверное, через год после запуска первого аквариума. Ну, он у меня один, первый. Он и сейчас. Я снял видео и в своем блоге выложил. И там прям красота была. Такой травник был прям с интересными растениями. Ну, не знаю, насколько интересными, но производил приятное впечатление. Там это видео больше всего набрало просмотров. Там десятки тысяч просмотров у меня были за все время. И сейчас мой аквариум, сейчас покажу, что он представляет из себя. Так. Сейчас надо свет включить. У меня тут система пока что странная. У меня вот такой светильничек есть. А штатные лампы в этом аквариуме вышли из строя. Причем не сами, а лампы перегорели. Это понятно, что их сменить можно. А там внутри вот весь этот механизм, я его в ремонт пару раз отдавал, ничего не помогает. Он перегорает и все. Хотя там с точки зрения электрики примитивная совершенно конструкция, но почему-то вот не хочет он упорно. Поэтому я сам сделал вот такие два. У меня были две лампы. Одна светодиодная, другая зеленая такая энергосберегайка. Но это так, чисто чтобы можно было что-то там увидеть. А не так давно, ну несколько месяцев назад, мне из Китая пришло вот это вот чудо. Вот такой вот светильник светодиодный. Но было написано, что специально для аквариумов. Стоил он там нормально. Ну, не супер дорогой, но, в принципе, стоил денег. И проблема была в том, что вода стала зеленеть. А у меня... Давайте я сейчас его сюда прилажу. Этот светильничек, чтобы виднее было. Так. Начинаю снимать аквариум. Вот сейчас тут что-то можно снять. Такая коряшка у меня искусственная. И вот такие вот растения. Добрая тетенька, у которой я ампулярий покупал, а она мне кинула. И вот они разрослись. А все остальное у меня погибло. Все рыбы, которые здесь жили год назад, когда мы ездили в Грецию, и первый раз я так оплошал, не отрегулировал как следует автокормушку. Автокормушка. Такая вот у меня автокормушка. И вот она неправильно. Короче, весь корм туда высыпался очень быстро. И произошла экологическая катастрофа. Все погибли, все рыбы. Мы приехали, это было ужас. Я вычерпал всю воду оттуда. Сделал полный перезапуск. И пока я не стал рыбу заселять, пока
я, в общем-то, думал, что делать со светом. У меня был вот те зеленые лампочки, а светильника не было. Вот когда светильник пришел, я думал, у меня тут будет все хорошо, но случилось вот что. Вода стала зеленеть. С одной стороны, жалко, что я не заснял, как это было. Зелень была такая, что внутри аквариума на расстоянии несколько сантиметров от стекла уже ничего не было видно. Вот этой палки фактически я не мог рассмотреть. Когда я отчерпывал и выливал воду в ванную, она была прям ярко-зеленого цвета. Я не знал, что делать. Я менял воду там. Ну, конечно, я, наверное, улиток перекармливал там. Там зелень, огурец там им давал, всякие овощи, ну что они любят. Вот, с этим тоже связано, но и когда их совсем перестал кормить, они тут чуть ли не месяц у меня были на диете. Но ампулярии это выдерживают, как бы они с остатками там всякими, чего в аквариуме там. Ну, в том числе и водорослями питаются со стенок. Вот. Ничего не помогло. А вода также зеленела. Менять пробовал, ничего не выходит. Вот что-то радикальное надо было делать. Вот сейчас что-то надо предпринять. Потому что я уже настроился запускать рыб. Посадить растения там какие-нибудь красивые. Но вот что с этой бедой делать, пока еще не решил. Хотя я проехался, я поехал по аквариумным магазинам. Их тут несколько в нашем районе. Ну, в мелких ничего мне толком не сказали. А вот есть магазин, это не реклама магазина, это просто вот где я нашел хорошего продавца, Аквалога называется. Он крупный, видимо, и люди там как бы разбирающиеся работают. Он мне сказал, да вы просто долго у вас горит свет в аквариуме. 8 часов, говорит, и может меньше даже, если у вас зеленеет вода. Надо просто, чтобы в аквариуме было темно. Может не хватать света растениям, это другое дело. Но пока у меня и растений-то особо нет. Вот этот товарищ, который растет, ему много света не надо. 8 часов ему хватит с глаза. Так что все, наполняю аквариум. Вот сегодня я его вычерпал практически до дна уже. До такого состояния, что уже не мог я через трубку, пытался ртом подсосать и нахлебался этой жижи. Это ужасно было. В общем, вычерпал все, что мог. Сейчас подливаю, значит, по литров по 6. В общем-то, я особо не отстаиваю ее. Тут рыбы нету, как бы. Улиткам это все достаточно фиолетово, состав воды. Вон они бегают, ампулярии. Но их несколько штук у меня. И какие-то затесались. О, кто это? Я помню, их покемоны называли некоторые. А на самом деле, вот они расплодились. Это когда рыбы погибли у меня, я чтобы как хоть что-то у меня в аквариуме было, когда я налил воды, я из реки или пруда кинул просто пучок водорослей, там выдрал возле берега и сюда в аквариум их воткнул. Сначала получилось ничего,
Так, потом, а у меня со светом-то проблемы были, и водоросли эти все как-то потихоньку растворились, зато вот улитки остались, вот эти покемоны. Икру тут мечут, блин, я просто когда кормить перестал их, чуть-чуть они угомонились. А так, когда тут корм был, тут творился просто демографический взрыв. Ну, ладно, рыбы будут, они этих улиток пощелкают, в принципе. У меня самые вот эти анцитрусы и всякие там хромисы-красавцы, по-моему, они тоже как-то этих улиток высасывали мелких. Вот, так что следите за развитием событий. Я надеюсь, что у меня аквариум возродится и будет не хуже, чем вот в том прекрасном ролике, когда у меня тут красивые рыбы среди красивых растений плавали. Креветочек бы еще, да? Нет, это сложно будет с рыбами их. Кого только не было у меня. И крабик жил, и креветки большие дальневосточные. Нет, рыбы и несколько ампулярий – это достаточно для этого аквариума. Так что вот, буду почаще менять водичку. Надеюсь, все-таки я справлюсь. И да, еще постараюсь где-нибудь на аквариумном форуме, типа Акару есть такой вот, там люди пропалывают свой аквариум, у них разрастается растительность, и излишки они иногда просто раздают. Вот надо будет мне упасть на хвоста какому-нибудь пропалывающему аквариумисту и подсадить что-нибудь зелененькое. И, кстати, растения как раз вот для этого нужны, они отнимают питательные вещества у водорослей, ну вот у этих мелких, от которых вода зеленеет, и их становится меньше. Даже был такой способ, кто-то советовал, что надо от куста ивы какой-то там, вербы или что-то такое, вот, которые хорошо черенки дает, корни, вот прям здоровый посадить в аквариум, когда она корни пустит, она начнет отбирать это самое вещества, забирать из воды и очистит воду, и зелень уйдет. Ну, такой народный рецепт. Вроде даже помогал, я как-то один раз так делал. Так что смотрите, что сейчас у меня есть и что будет. А, так, рыб я, наверное, все-таки в конце лета, начало осени куплю, если я уеду куда-то, чтобы тут с этой кормушкой этот сезон уже летний без рыб мы закончим. А вот осенью, я думаю, рыбы уже будут. И может к этому времени что-то вырастет из растений. Ладно, все, на этом пока. Подписывайтесь на мой канал. Счастливо.